Анжела Ибрагимовна, каковы изменения в области предоставления мер социальной поддержки региональным льготникам? С 1 января 2016 года в законодательстве Республики Адыгея произошли изменения, касающиеся предоставления мер соцподдержки региональным льготникам. Региональный льготник – это ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные и репрессированные граждане. Эти изменения внес закон Республики Адыгея, который был принят в ноябре 2015 года. Этим законом установлен фиксированный размер выплаты. Если до 1 января эти граждане получали, то есть их выплата состояла из трех видов: единовременная выплата, выплата на проезд и выплата на жилищно-коммунальные услуги, то с 1 января будет производиться выплата в фиксированном размере. Ветераны труда и граждане, и приравненные к ним, будут получать 1070 рублей, труженики тыла будут получать 1175 рублей и реабилитированные, репрессированные 1250 рублей. Также хочется обратить внимание граждан, которые до 1 января 2016 года получали выплаты по двум основаниям. То есть они являлись ветеранами труда, получали выплату через органы соцзащиты и являлись специалистами села и получали компенсацию через здравоохранение, через культуру, образование. С 1 января эти граждане должны выбрать, какую выплату они будут получать, или как ветеран труда, или как специалист села. Для этого граждане должны обратиться в управление соцзащиты с паспортом для написания заявления и определения права, по какому основанию будет получать гражданин выплату. Нафиса Заурбиевна, расскажите, пожалуйста, о том, что изменилось в плане выплат компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг федеральным льготникам. В соответствии с федеральным законом 176 ФЗ от 29 июня 2015 года о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации произошли изменения. Данные изменения коснулись особенно инвалидов общего заболевания и детей инвалидов. В соответствии с пунктом 9.1 постановления, внесение изменений в порядок предоставления мер соцподдержки на оплату жилищно-коммунальных услуг в форме денежной выплаты отдельным категориям Республики Адыгея, следующие изменения. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг производится в размере 50% оплаты за коммунальные услуги, рассчитываемой из объема потребляемых услуг, но не более нормативов потребления коммунальных услуг. Раньше вот норматив потребления их не касался, они могли пользоваться на всю общую жилую площадь. До 31 декабря 2015 года размер выплаты для инвалидов рассчитывался из объема всей общей жилой площади домовладения. А с 1 января 2016 года, в соответствии с новыми нормативами закона, на них распространяется социальная норма, которая составляет 33 квадрата для одиноко проживающего инвалида, 21 квадратный метр для граждан, состоящих из двух человек, и 18 квадратных метров для семей, состоящих из трех и более человек. Например, до 31 декабря 2015 года, если домовладение имело 100 квадратов жилой площади и проживал один человек, зарегистрированный был, льгота распространялась на всю его площадь, то есть на 100 квадратов он имел право. А теперь с 1 января 2016 года он имеет право только на 33 квадрата в соответствии с социальной нормой. Также в соответствии с пунктом 14.1 данного постановления денежная выплата подлежит обязательному перерасчету один раз в 6 месяцев. Перерасчет будем производить по квитанциям, предоставляемым самими гражданами. Перерасчет обязателен. И также хочу уточнить, что в случае непредоставления квитанции выплата будет приостановлена.